Потеряевка – затерянная среди бескрайних полей алтайская деревня, точнее, настоящая старообрядческая община. Женщины в платках и длинных юбках, мужчины с бородой и с колоритными рубахами на выпуск. Население – чуть больше 20 человек, живут на одной единственной улице – имени Марии Лапкиной, мамы основателя села. Почему именно она удосужилась такой чести? Ну, потому что она мама основателей, вот, бабушка, которая была здесь, еще жива. Вот она упокоилась в 98-м году, то есть она присутствовала при возрождении, тоже вносила свою лепту определенную. То есть, собственно, это тот человек, с которого как бы все началось. Потеряевка основана в 1818 году. В советское время здесь был большой совхоз, проживало 500 человек. В 70-е годы 20-го столетия деревня исчезла с географической карты. С закрытием школы уехали и последние жители. И только спустя два десятка лет на свою малую родину вернулись дети Марии Лапкиной. Братья Аким и Игнатий приехали, поставили палатку и начали строиться. С Божьей помощью. Вот тот самый первый дом, который был построен в чистом поле в 1991 году. Тогда строительных материалов никаких не было. Братья Лапкины брали глину из озера и вручную лепили кирпичи. Мы до 31 августа делали кирпичи. 31 августа все лето делали. Начали делать, значит, стены уже в первый дом, там от старый дом. Мы его там сейчас никто не живет, где мы. Мы делали. И 14 октября мы уже затопили печь. Купили корову, кур, обзавелись хозяйством. На этом не остановились. Братья Лапкины пошли к местным властям просить, чтобы Потеряевки вернули статус поселка. Получили отказ, ведь это дополнительное финансирование. В Москву поехал, там был у нас знакомый в то время депутат, священник, отец Глеб Якунин. Он меня выписал пропуск в Думу и провел меня туда, там по комитетам, я в сапогах своих там по коврам походил. И после этого мнение депутатов изменилось. Мы получаем документ из Краевого совета за подписью Сурикова, вот там был представитель Краевого совета, потом губернатором был какое-то время, что восстановить поселок Потеряевка. В селе провели коммуникации, прислали учителей, и на этом поддержка властей закончилась. Зимой потеряевцы отрезаны от мира, снегоуборщик до поселка не доезжает, дороги не чистят. Люди заблокированы, но об этом не переживают, ведь они вернулись к своим корням. Мы 10 лет еще за это время прожили в Киргизии, ровно 10 лет. Я всегда тосковала по родине, неимоверно. Я говорю: Володя, ты увези меня в Сибирь, купи дом и брось меня. Вот я так тосковала по березам. Когда я ехала, березы увижу. Это чувствовать надо, родина. Сегодня потеряевцы живут по закону Божьему и уставу, который, к слову, официально закреплен в Министерстве юстиции Алтайского края. Там 40 правил. Среди них не воровать, не пить, не ругаться матом, не курить. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.